Работает пресс. Два. Как это получилось вообще? Давай сделаем перестановку. Давай. Добрый ты такой. Спой, пожалуйста, песенку. Доброе утро, день следующий. Сегодня я себе сделала такое молочко микс. Сейчас покажу, что я туда намешала. И круассанчик с... Теперь уже с абрикосом реальным. Я как-то покупала просто круассан, они мне дали другой и уверяли меня, что это этот абрикос там. В итоге поняли, что да, это не абрикос. Вот теперь с абрикосом вкусный круассан. В этот раз я намешала вот такое не молоко, почти все вылила в стакан. И немного добавила лайт, опять купила вот это молочко, это кедровое молоко. Можно никакие сиропы не добавлять больше в молоко, потому что кедровое, он имеет свой специфический вкус, мне нравится. Вот, и он полезный очень, поэтому я добавляю в молоко и чуть-чуть кипяточка. И классическое свое молоко добавляю без всяких ароматизаторов. Вот на завтрак себе взяла, вот дыньки, творожки взяла. Я тут готовлюсь к тренировочке, а кто-то пытается меня отговорить. Да, Бант? Бант, ты меня пытаешься отговорить? Типа, мам, давай поиграем. Мама. Приемная мама. Мачеха, я бы сказала. Чего сладкий такой котик? Чего хороший такой? Ты зубастик. Сейчас будешь опять мамке мешать заниматься, да? Я тебя знаю. Смотрите, начинает играться со мной. Ну, посмотрите, что за чудо-юдное такое. Чудо-юдное такое. Ой, поехали заниматься. 3, 4, 5 назад, 5 вперед. У меня сегодня все тело болит. Но не сильно. В таком, знаете, легкое напряжение. Прям разминка нужна. Теперь запястье опять в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, пять, другую. Руки на пояс. Мы делаем круговые движения так. Пять в одну. И для того, чтобы понять все упражнения вместе со мной. Первое упражнение у нас будет это гусеница. Мы должны из положения стоя перейти в положение планка исключительно на руках. И полностью выпрямиться, и это одно повторение. Встаем. Второе упражнение сегодня мы делаем. Ой, не люблю выпады. И садимся вниз до касания колена пола, возвращаемся. И меняем ногу. Не люблю выпады. Каждый выпад это одно повторение. И обязательно касаемся колена пола. Третье упражнение сегодняшней тренировки это бёрпи. Мы садимся в упор присед. Шагом делайте вместе со мной буквально 2-3 повторения, чтобы понять, как делается это движение. Достаточно. И последнее упражнение сегодняшней тренировки. Это пятнашки, упражнения на мышцы пресса. Касаемся ладонями носка на выдохе. Я надеюсь, договорились. Все поняли? Поехали. Когда я снимаю, я быстрее делаю. Подниманием колена. Работает пресс. Два. Три. Четыре. Пять. Дышим. Восстанавливаемся. Если нога не поднимается, бейте лоу-кик. Последний круг. Как? Гусеница. Класс. Отличные гусеницы. 10 раз. 2, 3, 4, 5. Отлично. Продолжаем двигаться. Напрягаем пресс. Вот так. Мы плавно переходим к заминке. Поясницу. У нас растягивается ягодица. Чуть-чуть. Отлично. Друзья, молодцы. Вы выполнили сегодняшнюю тренировку. Это было непростое задание. 150 повторений. Это было круто. Тренировка. Фух.
Я думала, будет сложнее. Вторая тренировка, потому что мышцы я чувствовала, они такие прям в тонусе, прям, ну, не болели прям, да, но я что-то еще такая кручусь. Забыла, что я занималась вчера. Лежу, не могу понять, что у меня, я отлежала руку, что ли, я обычно сплю, просто у меня руки наверху, я встаю, когда у меня с плечами, короче, проблема в последнее время, реально вот на руках вот так вот сплю всегда, либо одна рука, либо вторая на боку. Вот надо пойти, чтобы мне размяли массажем вот эту вот плечевую всю систему, потому что, мне кажется, она очень сильно влияет на общее состояние, на головную боль, такое все. Но это массаж отдельно. Вот, а сейчас занимаюсь такая и чувствую, что, блин, вполне себе нормально. И вообще, когда я включаю видео хотя бы на один круг, я прям стараюсь делаю, я же вам снимаю. А когда выключаю, ну, не всегда, короче, я там все хорошо делаю, да, иногда чуть-чуть там халявлю, думаю, ой, нет, не так сделала. А здесь прям такая, прям сразу оп, и делаю. Короче, я кайфую, я позанималась, чувствую себя героем. Вообще, с утра вот так позаниматься, и ты чувствуешь, что ты вообще просто молодец, просто огонь. Вот. Дальше больше. Сейчас отдохну. Время у нас что еще есть? Половина одиннадцатого. Половина одиннадцатого. Выходить я буду в 12. То есть у меня есть полтора часа. По-хорошему. А, я же голову хотела помыть. По-хорошему, у меня время только себя в порядок привести, на самом деле. В общем, пока мы тут с Денечкой убираем, пылесосим, я решила идею подать. Я Дэне говорю: Дэнни, давай сделаем перестановку. Давай. Я, короче, хочу вот этот вот, так как я занимаюсь сейчас дома, да, и мне реально так не очень много места, я, наверное, думаю на время. Сейчас мы будем диван вот этот вот, диван, переставлять так, как он раньше стоял. Вот, попробую так немножко пожить, посмотрю. По ковру он быстро так едет, его очень удобно передвигать. Так, сейчас у нас вот так выглядит, да, это вот все дело. Здесь вот так вот и вот так вот. Вот так. Так еще небольшой бардак, надо чуть прибрать. Но диван вот здесь стоит. А я хочу его поставить вот так здесь, как он стоял. Единственное, насколько он будет торчать. Сейчас, короче, посмотрим. Так, со всех сторон покажу. И потом все вместе покажу. Здесь вот так вот у нас. Короче, вот что получилось. Чуть-чуть прибрала еще. Там не могу разобраться. Прикиньте, вот эти вот висюльки, которые у меня были, они, походу, перегорели, что ли, что-то такое. Вытащила с угла, там, вон, видите, мусор. Сейчас надо убрать. Короче, думаю, надо показать вам, что в итоге получилось. Ну, короче, больше пространства вот здесь для занятий. Именно для этого освободила. Может быть, эстетически это не так красиво смотрится, как там до этого, да? Тут дырка образовалась такая. Ну, Денька тут вешается, прыгает, бегает. Короче, стулья могут с двух сторон как бы быть, да? Тут чуть-чуть выглядывает. Ну, ничего страшного. Вот, зато у нас вот такое место теперь большое есть для занятия. Здесь вот так выглядит. Ну, вот. То есть мне вот это поле как раз-таки нужно было все. Вот так. Все прям тут начали бегать. И Батик, и Мила, и Дэня распрыгались. Короче, пусть пока так будет. Мне нужны какие-то перестановки. Ну, и в первую очередь для занятий. Буду тут заниматься, короче. Мне вот как-то комфортнее вот здесь. Когда полянка есть. Смотри, какие кисели. Какие кисели, да? Два киселя. Кисель. Дэня сказала, хочу кисель. Делай вот такой. Кисель. Сейчас будем делать кисель. Ну, давай. Смотри. Давай, давай. Вот такие у вас. Так. Аккуратно. Высыпай. Сначала надо высыпать кисель. Сам кисель готовишь. Все высыпал аккуратно? Да. Еще чуть-чуть. Ложкой надо мешать. Ты будешь мешать? Да. На ложку тебе дам маленькую. Держи. Спасибо, маленькую. Давай, мешай. Ты правой рукой мешаешь? Давай. Да. Давай, мешай. Еще мешай. Так. Ты вот и все, кисель готов. Ну, хорошо, помешай. Кисель готов. Не готов еще. Им надо постоять еще. А я хочу зеленую кисель. Я тоже хочу пить. Так это тебе. А это мамина кисель? Нет, я не буду кисель. Это твой кисель. Я не хочу. Деня приготовил у нас кисель один, да? Мы переоделись. Одела, что там было. Ему накинула, чтобы раздетый не был. И будем готовить второй кисель для мамы, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Не трогай за мой телефон. Все.
Мы готовим печеньку для мамы, да? Да. Держи. Так, что для этого нужно? Сначала мы это тоже такие насыпать емкость. Емкость тоже надо насыпать, да? Давай. Так. Я буду помогать тебе. Насыпать тоже емкость. Аккуратно, смотри, что ты там сыпешь. Бери ложку. Ложка. Да, надо же мешать. Что надо? Что теперь нужно, Дэн? Наливать сюда воды. Надо попробовать, да? Вкусно? Да. Что теперь, Дэнечка, нужно? Я хочу наливать воды. Давай, бери ложку. И аккуратненько мешай. Давай я вот так буду наливать. Давай. Медленно. А ты мешай. Мешай. Мешай, мешай, мешай. Вот такая. Вот певец запел. Хорошо, помешай еще. Там не все растворили. И горячее вообще-то. Вот так вот. Да? Что, невкусно? У нас теперь два киселя. Смотри, вот кисель. Какого цвета? Это красное. А это? А это желтый. Желтый? Да. Точно желтый? Да. Или оранжевый? Это мамина, а это Дэнина. Или оранжевый этот цвет? Желтый, оранжевый. А, желто-оранжевый. Понятно. Да. Давай посмотрим. Смотри. Теперь у нас кисель на вечер есть. Вкусно. Тебе нравится? Yeah. Тебе нравится? Yeah. Теперь мы с Даней пробуем кисель. А это мамина. А это Дэнина. Да, спасибо. Пожалуйста. Вкусно. Только после него, по-моему, пить будет хотеться очень сильно. Он сладенький. Да. Хочешь мой попробуй? Нет. Не хочешь? Не хочу. А можно твой попробовать? Угу. Добрый ты такой. Спасибо. Добрый ты такой. Ты вдвойне добрый, на маме. Вкусно, да? Да. Хвост распушила. Вообще, смотрите. Эй, мальчишки. Видали? Вот так. Драчунья мелкая. Я обещаю, клянусь. Главное, чтобы ты был рядом. А как... В общем, вечер подходит к концу. Я заканчиваю этот влог и прощаюсь с вами до следующего. Сегодня на ночь надо выпить корень солодки. Надеюсь, мне поможет с моим кашлем. Все, люблю вас, целую, пока. Всем приветики. День следующий. Смотрите, бровки мои, видите? Они начинают сходить потихоньку, вот корочки вначале сошли сегодня утром. И вот смотрите, насколько разница, как видно эти ямы. Потому что разница до и после будет колоссальная. Они не будут такие темные. Вот посмотрите, насколько они будут не темные. Просто меня уже заводали реально. И мне казалось, что это такой очевидный момент. Типа девушка сходила на татуаж. И вот такие темные брови у нее. Я же все снимаю, везде все показываю. Все равно. Кто-то, видимо, пропустил. И подумал, что я, наверное, намазюкала такие брови черные. Хотя мне нравятся даже такие темные брови. Что такого, даже если намазюкала? Вот надо, да, обязательно пройти человеку и сказать: а что у тебя такие черные брови? Я в своей жизни столько бровей всяких вижу. Форм некрасивых, которые, на мой взгляд, ну, некрасиво, не нравится. Думаю, вообще как лицо портят.
Ну, блин, у меня это в голове рождается, вот, мысль, оценки, да, какой-то. Ну, мысли даже нет написать этому человеку. Блин, да может, он так привык, он так себя вообще красиво видит. Я кучу видела людей, которые реально видят красоту в некрасивом. На мой взгляд, некрасивом, а для них очень даже красиво. И люди, которые на их волне, может, там, их года рождения или определенной сферы, ну, живут, может, люди крутятся где-то, да, они все считают это нормальным и красивым, а другое что-то ужасное, например, как широкие брови. Зачем тебе такие широкие брови? Да, блин, кайф, а я тащусь, когда вижу широкие брови. Я вижу, когда я вижу там ровные какие-то брови, необычные. Главное, чтобы в целом все красиво было. Но это тоже понятие такое очень относительное. Красиво в целом или некрасиво в целом. Ну, короче, вот надо написать обязательно или спросить, зачем? Да нравится мне, зачем? Захотелось. Если я так ношу, то, наверное, мне это нравится. Ну, просто вывод очевиден. Если бы человеку это не нравилось, он бы просто не носил бы и не делал такие брови. И не снимался с такими бровями. Ну, правильно? Вот. А так, чтобы исправить в человеке в чем-то, ну, это вообще, это глупо, мне кажется. Не, одно дело, если, может, человек просит, вот я не знаю, идут мне такие брови там или нет, такой вопрос, знаете. Когда не спрашивал, это ж надо каждому, кому не лень, спросить. Или ужаснуться, понимаете, ужаснуться, комплекс навесить какой-то человеку. Ой, так смешно. Короче, я отвела Дэню в сад, решила посидеть. Спряталась здесь, где нет ветра, свежий воздух подышать. Хотя я пока его вела, уже, по-моему, подышала свежим воздухом. В общем, не знаю, сейчас с этими бровями надо мне снимать видео. У меня как бы видео там, вот видите, корки. Но их нельзя вот так вот снимать, поэтому я их вот так зализываю вазелином, чтобы они сами отпадали. Вот. Взяли сертификаты уже с девочками, кстати. Пойдем скоро париться на массажик. Главное, чтобы брови сошли. Надо, чтобы они сошли. Вот. У меня дома кофе, кстати, еще. И тренировка ждет меня. Так что долго рассиживаться не будем. Ну что, мои хорошие, вечер, короче. Я решила на том же месте, на лавочке. Только она сейчас мокрая. Кстати, записать, я такая иду, думаю, бля, я сегодня снимала, по-моему, только как я на лавочке здесь сидела утром, а сейчас уже вечер. У меня слезли, какие новости за день? У меня слезли брови все в раз просто за день. Ну, не полностью еще, там еще некоторые чуть-чуть корочки остались, но в целом все слезло, видите? Ну, здесь вам сейчас не понять, это потом я уже там дома, может, покажу. Вот, сегодня целый день я, короче, пела. Настраивала эту программу, чтобы спеть. Там такая ужасная камера. Сейчас, кисточка, подожди секунду. Здесь вот я беру, просто включаю камеру, да, без обработок, без ничего. Прекрасный свет, я вижу себя классно. Там включаешь камеру, там мрак, темнота, под глазами синяки. Причем даже если свет включаешь, лампу, представляете, все равно, блин, я не знаю, что там за камера. Зачем ее такое страшное сделали? И фильтры такие ужасные там на этой камере, короче. Надо еще с этим как-то поработать. Не знаю даже. Может, звук просто записывать там. И на другое видео накладывать. Но это целое дело, заморочка. Хочется просто взять, включил, спел и все. Так что у меня уже в Инстаграме есть новые видео, где я пою. Вот. Но еще разбираюсь с программой. Еще не совсем там все идеально. Но... Что, домой идем? Идем домой? Ты домой хотел? Выброжунка. Как камера включает, сразу выображает. Ладно, пойдем. А, видео еще сняла одно. Умудрилась. И кашель меня сегодня целый день мучает, несмотря на то, что я пью корень солодки. Вспомнила, что еще сегодня я занималась спортом. Только сегодня я... Кофточку сними тоже, зайчик. Откуда морковка? Морковка с холодильника. Не надо, она грязная. Да. Грязная, ее помыть надо. Почему морковка? Снимай кофточку и иди ручки мой.
Вот, короче, я сегодня занималась не в костюме, просто в домашнем. Решила так взять и, короче, заниматься. Поэтому даже не снимала сегодня видео. Но сегодня у меня была третья тренировка. Три, короче, уже. Уже три тренировки прошло. Да. Вот. И мышцы болят. Я прям сегодня целый день хожу. И думаю, блин, уже на третий день, может, они должны подспасть. Но все равно такая хожу. Жду, когда они все-таки придут уже вот в эту норму. Так, за стол сядь, пожалуйста, кись. Не надо над диваном пить кисель. И кофточку сними, жарко. Вот. Короче, вот такая вот я окрашенная. И в перестановке, кстати, да, перестановку уже сделали, вот я занималась. Ой, вообще круто, я прям хожу, круги здесь наворачиваю, прям классно, много места. Сейчас хочу сделать заказ продуктов, вот, наверное, в Ашане или в Ленте, сейчас посмотрю. Все, как сидела, так и сижу. Я сделала заказ уже в Сбермаркете, на 3000 там почти заказала еды всякой разной. Так, не балуйся. Включи-ка маме кино быстренько, а то начинается. Смотришь вот такие мультики и начинаешь потом с ума сходить у меня. Короче, заказала в Сбермаркете еду всякую разную. Хочу сделать оливье в один день, в другой день хочу сделать крабовый салат. Все для этого взяла. И хочу запечь еще картошку там с чем-нибудь. Взяла еще там тоже что-нибудь. И, ну, короче, что-то позаказала. А так как они, представляете, сейчас 7 часов, вот я до 7 сделала заказ, а они мне только аж с 10 до 11 пришлют все это. Так что я сегодня даже салатик не сделаю. Поэтому я заказала роллы и нашла кафешку Васаби, которая называется. А как вы помните, мы были с Кристиной в Беларуси, и там именно в Васаби, кафе было, ресторан, да, Васаби, и там очень вкусные роллы были. Я думаю, может, это сеть какая-то, и у нас Васаби тоже будет вкусно. Так что проверим, привезут. Я взяла там, ну, два вида роллов, запеченные и обычные классические Филадельфия, и еще взяла этот бургер. Во. Не знаю, что вперед буду есть, наверное, роллы все-таки. Так, ну что, заказала я эти роллы, вообще вот эти ни о чем роллы. Вот эти вот, ну, вроде бы много здесь лосося, но надо попробовать сейчас еще. Короче, пришло мне все это дело. Бургер еще не доставала. Буду пробовать и смотреть «Черную любовь». А где Дэня? Опа! Дэня в домике. Я закрывай. Давай, закрывай. Дэньки домик тут. Халабуда. Вот раньше любили вот эти халабуды. Я тоже очень любила. То есть веток халабуду сделать. Это еще что-нибудь. Нашелся. Нашелся. Так, ну что, пришла наша доставка. Дэня уже сразу хватает бизнес. Вот эти мне понравились. Я их взяла соломкой. Так, что я заказала? Я заказала своего соевого молока наконец-таки. Не знаю, мне кажется, от обычного у меня какая-то фигня во рту неприятная. Вот, вот это вот для бутербродиков заказала. По акции заказала кучу йогуртов. Бывают иногда скидосы всякие. Я, короче, по два всех видов заказала Деньки. Ну, на недельку так. Мы каждый день пьем по одному. Бывает по два. Так, здесь все. В следующем у нас хлеб. Взяла вот такую вот приправку. Жарю картошки, и прям не хватает именно для картофеля какой-то приправы. О, бантей здесь уже. Так, сок взяла яблочный. Еще в пакете. Что это такое? А, перчик. Перчик вот он, да. Так, здесь у нас яйца. Здесь у нас воды. Кстати, девочки, я решила не заказывать больше воду, а просто брать вот так пятишки. Вот он сейчас мне две принес, я их вылью в эту большую баклажку. И в следующий раз еще две закажу. И то на то и выходит по деньгам. Зато мне не нужно лишний раз ждать доставки. Ну, короче, мне удобно вот так пятишками заказывать, чем ждать курьера заранее, там, закажи, оплати, они на следующий день только привозят. Короче, неудобно мне. В итоге вот так вот спонтанно воду удобно заказывать. Так, ну а здесь у нас помидоры, бананы, огурцы. Это для оливье, кстати, соленые. 365. А, ну вот, 700 миллиграмм. Получается вот такая баночка где-то. Я все не могла понять, какая банка там будет. Мне казалось, что 700 миллиграмм это очень много. Так, горошек взяла. И этот горошек и кукурузу. Это для салата. И огурцы. Да ёшкин кот! Почему так много огурцов?
Зараза! Как это получилось вообще? Ё-моё, мне нужна была одна штука. Один огурец мне нужен был. Офигеть! Я же там выбрала одну штуку. Это как вообще получилось? У меня лежал один огурец, девочки, он пропал, завонялся, весь у меня холодильник завонял, растекся, я его только выбросила, прикиньте. И сейчас для салата взяла один. Прикиньте, они мне две пачки притащили, ну это трындец какой-то. Что-то я опять неправильно там нажала. Короче, все. Мальчик, ты что тут лежишь? Он всегда, когда обидится, вот как-нибудь вот так ложится. Ты зачем забираешь его? Кого? Так, больше ты не пойдешь в сану. Что я забрала? А мой... Чипсы. Это мой чипсы. Ты их уже открыл даже, офигел? Угощайся. Спасибо. Иди чуть-чуть насыпь себе в тарелочку и все, хитрец. Угощайся. Подкупил маму. Привет, Дэнь, ты где? Привет. И... А как тебя зовут? Я малыш. Это малыш. Малыш? Малыш Дэнни? Давай целовать. Давай целоваться. Муа! Муа! А можно я тебя скушаю? Давай. Отпустите меня. Малыш. Руками. Ладно, все, давай новый сценарий. Малыш. Что? Расскажи мне стихотворение. Я тебя поцелую. А ты мне расскажешь стишок или песенку? Споешь? Да. Давай. Давай, я съесть тебя. Нет, давай ты пой песенку. Нет, давай. Ну, Кись, у нас новый сценарий. Давай песню пой. Спой мне, пожалуйста, песенку, Дэнь. Хорошо. Давай. Я жду песенку. Дэнни. Что? Спой, пожалуйста, песенку. Хорошо. Какую песенку? Ты знаешь, ты закрыл, Дэнни. Включать музыку. Музыку? А без музыки? Представь. Включай музыку. А какую музыку включить? А давай без музыки. Давай. Давай. Давай, я буду вот так делать. А слова будут? Да. А, это все басы пошли. Дэня! Дэня, ты где? Я тут. Давай спать ложиться. Ну, Кись, не видно. Ты встал и не видно. Вот, только рука должна быть. Давай. Дэня, ты где? Давай спать. Давай. Спокойной ночи. А будем целоваться? А мама тоже ложится спать. И мама тоже ложится. Давай поцелуемся. Где ты? Ты где? Я вот. Давай целоваться. Давай спать и ложись. Ты икаешь? Мама тоже. Ты что, икаешь? Да, все, положил спать. Выключай тогда фонарик.